Доброе утро всем, с вами канал Бродяга Режиссер. И как всегда, бродяга везде странствует, путешествует. Поэтому и мы забрели вот в квартиру, мы начали снимать квартиру. Поэтому попили кофе, встали в 7 утра. Да, Настя, встали в 7 утра. Да, вот и у нас еще новая квартира. Да, тебе нравится она? Да, мне своя комната. Угу. Сейчас покажем обзор квартиры, да? Да. Как оно, что? Ну, в общем, здесь сначала перевезли все вещи с общежития. Вот кухня у нас. Да. О, блин, я кофейку немного возьму. Чашка. А, да это мы чашку это мы тоже разобрали. В общем, не обращайте на этот весь хлам, потому что мы только вчера буквально переехали. А, уставшие. Да, уставшие, погрузили, все раскрутили за один день, получается. Раскрутили, погрузили, наняли. Ну, я взял одного грузчика, чтобы мне помогал. Ну и погрузили стиральную машинку, холодильник. Ну, в общем, сейчас все сами увидите, что здесь за квартира. В общем, сделаем такой вот маленький обзор. Поэтому сейчас мы находимся в кухне. Так, вот такая вот кухонька. Да? Да, кухонька. Дочь бродяги. Так, кухня у нас. Давай со шкафчика. Открывай шкафчики. Ну, такие вот шкафчики. Ну, надо... Да, ремонтировать их потом надо будет. А вот этот. Вот этот, да. Вот этот. Ну, надо ремонтировать. Так, газовая плита. Наконец-то мама вот такая вот. Работает. Да. Здесь вот мы поставили свою микроволновую печь. О, здесь уже другая. Угу. Здесь уже другая рисунок. Вытяжка тоже рабочая. Надо это все будет мыть, стирать, убирать. Вот такие вот. А, Настя, пойди посмотри, там Катя плачет. Ага, сейчас. Беги, да, посмотри, там Катя плачет. Так, в общем, такие вот полочки. Здесь краник, он что-то вода бежит. Надо, наверное, краник здесь менять будет. В общем, вот так вот район здесь спокойный, тихий. Можно сказать, возле центра. Так, ну вот это показал. Газовая плита. Окошко металлопластиковое. Открывается. Тут даже сеточка есть москитная. А, что тут еще у нас? Ну вот столик. Это мы уже кофейку попили. Кто кофе, кто чай. Да, пойдем дальше. Сейчас будешь показывать обзор вести. Вот кухоньку показал, стульчики такой вот. Ну, я думаю, самая элементарная дверь. Ручки надо здесь делать будет. В общем, сделай ручки. Здесь тоже ручка нужно будет делать. Так, перемещаемся сюда в ванну. Вот такая вот ванна. Тоже как бы плитка неплохая, все нормально. Вот здесь вот такая вот, типа как сушилка. Вот здесь вот такие вот. Настя, включи свет. Не балуйся. Вот это вот такие вот, как идут, я не знаю, веревочки. Вот так ее раз. Ну, веревку эту раз, и она опускается. Вот такая вот сушилочка. Вот раз, опустил, повесил. И здесь потом закрепил. Сейчас я покажу. Потом вот так вот раз и закрепил. Да, подожди сейчас. Маринка уже здесь разложила здесь свои шампуни. Все. Но это будем все мыть, это все плитку вымывать. В общем, так вот. Выходи, выключай. Все, выходи, сейчас выключай свет. Так, это была ванна у нас. А, и стиралку. Стиралку я не знаю здесь. Подожди, включи. Нет, здесь включи свет. Стиралка что-то по габаритам не подходит, надо ее развернуть, а она здесь вот в проеме в этом не подходит что-то, я не знаю почему. Ой. Ну, в общем, будем пытаться устанавливать ее. Здесь вот есть даже отвод на слив на стиралку, вот он идет. Горячая вода, это вот вон счетчик идет. Ну, подсоединим, вот подсоединять стиралку вот здесь, на воду холодную. Пошли дальше. Здесь у нас... Так, показывай туалет. Вот он туалет такой, да. Здесь туалет. Да, вот такой вот шкафчик.
Ой, тут еще паук где-то был. Где паук? Там был паук? Да, здесь был паук. Угу. Да, под туалетную бумагу держатель. Ну, в общем, вот так вот потолочек вот такой вот. Аккуратненький. Давай покажем, как входить. Входи давай, да, с самого этого. Выключай здесь, да? Это там ключи свет, а там свет не включается, да? Во. Вот, а вот здесь лисичка нарисована. А-а-а. Это входная дверь. Здесь сюда заходишь. Телефон. А здесь телефон. Телефон, да. Ну, это наш уже шкаф-купе. Я его разобрал еще с общежития. Вот здесь зеркало было. Это наш шкаф-купе, да, будем его соединять. В общем, тут вот такой... Здесь еще зеркало есть. Зеркало есть, да, но я его закрыл. Так, нет, я не там. Вот, угу. Так ты его закрыл этим шкафом. Да, в общем, вот он, шкаф-купе. Будем его... Подожди, Настюшка, не сбивай. Будем его соединять. Сегодня, наверное, сегодня 9 мая, День Победы. Мы будем что-то, наверное, не знаю, соединять, скручивать, посмотрим. Вчера поуставали все, положились уже спать. Так, вот такие вот стены. Барашек. Вот это наши все вещи здесь. Вот барашек. Да, сейчас я покажу еще хлама столько. Вот эта посуда, еще ничего не расставляли, надо помыть сначала все. Там ваш кот. Да, вот холодильник здесь стоял старый, мы попросили хозяина убрать старый холодильник, а поставили уже свой. Холодильник. Да, подожди. Так, идем, заходим теперь. Да, в залу, в нашу комнату. Тук-тук, можно зайти. О. Вот эти наши сумки переездные бродяговские. Как мы, как эти, Настя, как гастарбайтеры, да? Как цыганва. Мы своровали все. Но. Это в общем, наши вещи. Надо все шкаф сделать, все, а потом нас... уже... Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре. У нас четыре человека, вот почему столько у нас много вещей. Столько вещей, да. Уже мама себе косметику покупала. Угу. Так, вот это вот наши вещи, то же самое здесь. Вот это все. Надо будет скручивать комоды здесь, вот. Так, ну это цветы искусственные. Это искусственные цветы. Угу. Вот это тоже от шкафа, надо это все скручивать. В общем, у нас тут все завалено. Это вот вчера скрутили кровать, чтобы мы могли на чем-то спать. Это наша кровать. Вот так вот. Жарковато было ночью. Мы приоткрыли, получается, здесь окошко. Здесь сетка москитная, и оно как бы было нормально. Ночь переночевали. Ну, эти диваны, вот эти вот, как бы они не наши, это хозяевов. Этот столик, я не знаю, может, я попрошу, чтобы убрать эти все диваны, потому что места здесь вообще, то есть не сильно много, нам надо еще шкаф поставить, скрутить. Это тумбочка наша, вот такая вот. Так, что дальше? Идем в мою комнату теперь. Ну, наши вещи, да. Ну, вроде так все показал. Потолки вот такие вот. Ну, лампочку я вкрутил, здесь лампочки не было, вкрутил лампочку. Ну, здесь жили, наверное, тоже, мы снимаем, здесь тоже жили, наверное, семья с детьми, да, потому что здесь вот наклейки наклеили на этом, на пластиковом. Пингвиненка какого-то. Настя, надо будет поздирать это все, потому что не эстетично и некрасиво, вот эти наклейки, да? Да. Так, ну да, наверное, здесь мальчик жил, потому что, Настя, потому что эти наклейки с машинками, да? В общем, как-то так. А здесь не металлопластиковое окно, а обычное деревянное. Вот оно идет. Деревянное окно. Так, пойдем дальше. В твою комнату. Так, при входе что мы видим? Опа, опа, опа. Опа, опа, подожди. Что мы при входе видим? Стучись, Настя. Настя, это ты написала? Нет. Я постучу, подожди. Комната. Хорошо, подожди. Да, входите. Можно к вам? Бродяга говорит, все, входите, я вас знаю. Бродяга входит к вам. Так, ну что здесь? Это диван не наш. Это хозяева тоже. Надо будет, я не знаю, тут много столько диванов, которые не наши, и они место занимают. То есть мы не будем... У Насти такая вот...
Стены такие, обои переклеены. Вот потолочек такой вот, да. Люстра вот такая. Потом идет шкаф. Вот такой вот шкаф. Не наш это шкаф. Что это за пистолет? Настя, он водой брызгается, не брызгайся. Комод это наш идет. Вот такой вот комодик. Насте на кровать уже сделали. Ну как тебе спалось первый день, а? Хорошо, я вот так вот разлеглась. Да? Да. Ну все, тогда нормально, пойдет. Сейчас переоденусь в это. Угу. И мама обещала, что мы пойдем на площадку. Мы сейчас пойдем на праздник, наверное, 9 мая, потому что хоть чуть-чуть отдыхнем. Ну куда, на площадь пойдем? Свет выключу все. Да. И вот такие вот еще, тоже здесь металлопластиковое окно. Вот оно идет. Но здесь прежние жильцы, он сломали жалюзи, сломанные жалюзи. Ну, опять же, маленький ребенок, наверное, был. А я открыла. Да, ты открыла. Ну. Это ой, тоже от шкафа лежит. Запчасти наши. М? Смотри, окно. Да, да, да. Кот на машине лежит. Угу. А вот там мы нашу машину припарковали. Вон наша машина о, стоит. Да. Там 20-18. Да, да, это гаражи тут такое. В общем, как-то так, понемногу все. Наверное, до скорой связи. Подписывайтесь на канал, либо не подписывайтесь. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Вот так палец вниз. Палец вниз покажи. И, пожалуйста, поставьте на бродягу режиссер лайк. Не, ну, у кого как, понимаешь, у кого как пожелание. Дизлайки, лайки, поэтому... Как вам понравилось наше новое жилье? Не понравилось. Поэтому до скорых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Это был мини-обзор нашей съемной квартиры. Да, пока. Пока.